Сегодня утром на ледовой арене «Калининец» на Краснофлотцев 48, что на Эльмаше, прошли огнеборческие маневры, по фабуле которых на крытом хоккейном стадионе приключился пожар. Ну, конечно, не такой оксюморон, как горячий лед. Нет, само искусственное покрытие ледовой площадки не полыхало. А как бы горело соседнее помещение неподалеку. Владимир Владимирович, у нас пожарная тревога на скакалине. Были маневров. Площадь пожарища оценили в 25 квадратов. В задымленном помещении затормозились 5 работников. Ну и пока вы смотрите, как звенья газодымозащиты эвакуируют пострадавших, ну и все такое, что описывать не вижу смысла, лучше расскажу прикол, навеянный вчерашней победой в Кубке Гагарина автомобилистам над питерскими армейцами. Это была вторая наша виктория на выезде. А тут как раз, ну как СКА, подгорала ледовая площадка. В общем, думаю, это... копеечное философское рассуждение будет в тему. Итак, известно, что было три поросенка. Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф. В данном контексте важны три гласные буквы. И, У, А. Движемся дальше. Вот сейчас у детей очень популярна тема «Скибиди». Ну, там, где человеческая голова торчит из унитаза. Плюс к этому есть мультяшная собачка «Скуби-Ду». И вот, как говорится, АЭС, нет, это не атомная электростанция, а автору этих строк, пришла в голову мысль, если есть Скибиди и Скуби-Ду, то должен быть и Скабида. И вот вчера вечером в Питере местные армейцы влетели нашей автохе 1-3, и вот оно, бинго, Скабеда. Ну а теперь вернемся в Калининец, где огнеборцы уже весь квинтет как бы пострадавших вытащили на свежий воздух весеннего равноденствия, замочили красного петуха в эпицентре воспаления на 25 квадратах и ветродуйной машиной выдавили из помещения как бы дым, навеянный генератором тумана. Сегодня, 20 марта, проведены пожарно-тактические учения на здание администрации спортивного центра «Калининец». В ходе учений были отработаны мероприятия по взаимодействию с администрацией объекта, отработаны навыки пожарно-спасательных подразделений по ликвидации условного пожара, а также в ходе учений проведены мероприятия по спасению людей в количестве 5 человек, статисты участвовали объекта. Цель учений была достигнута, в кратчайшие сроки обнаружены пострадавшие и локализован, ликвидирован очаг пожара. Оценка учений положительное, удовлетворительное. Подразделения отработали слаженно, задачу свою выполнили.